было все приготовлено. У меня был рюкзачок уже после ситуации в Турции. Я его схватила, когда все успокоилось, выбежала. Честно, руки трясутся не только у меня, наверное, у всего коллектива. Есть, которые вот недавно, да, у нас появились на Камчатке люди, а я-то уже давно живу. И, в общем-то, было страшно. У нас такого события, как в Турции, именно такого сценария очень-очень маловероятно. Наши сильные землетрясения происходят в открытом море, поэтому вот такие разломы по Петропавловску, чтобы проходили, это очень маловероятное событие.